Владивосток, 10 мая, РИА Новости. Свыше 240 дворовых территорий и 150 жилых домов подтопило в Ангинском районе Якутии из-за ледовых заторов на реке Амга, сообщается на официальном сайте района. Ранее сообщалось, что глава Амгинского района 8 мая объявил режим ЧС муниципального характера из-за подтопления территории двух поселков рекой, где проходит ледоход. В тот момент на участке Ефремова были подтоплены 4 частных дома и 13 дворовых территорий. В населенном пункте Амга подтоплено 8 дворовых территорий. В результате подъема уровня воды на реке Амга на 07.00 10 мая подтоплены 241 дворовая территория, на которых проживают 658 человек, в том числе 252 ребенка, 150 жилых домов, где проживают 395 человек, в том числе 140 детей, подтоплено 6 социально значимых объектов. Говорится в сообщении. Отмечается, что по родственникам расселены 614 человек, в том числе 233 ребенка. В готовности принять подтопленцев находятся 6 пунктов временного размещения. По данным республиканского главка МЧС РФ, нижняя кромка ледохода наблюдается в районе населенного пункта Мындагай Чурапчинского района. Уровень воды составляет 1170 сантиметров при критическом 1350. Верхняя кромка ледохода в районе Аннисамгинского района. Протяженность ледохода составляет 262 километра. За сутки ледоход продвинулся на 25 километров. МЧС просит жителей Алекминского, Алданского, Амгинского, Чурапчинского, Сунтарского районов подготовиться к подходу паводковых вод, увести скот на возвышенность, собрать документы и вещи, в случае подъема уровня реки.